Несмотря на волнение, все точно по рецепту. Такая ювелирная обработка овощей придаст салату легкость и нежный вкус. А это залог успеха, рассказывают юные кулинары Оля и Диана. Хоть и опыт в готовке у них небольшой, но угощать гостей вкусностями, признаются девочки, одно удовольствие. Для себя ты можешь что-нибудь забыть, что-нибудь не должить. Ну, сделать, ну, вот есть и есть, это я сама съем. А вот для кого-то это надо приготовить красиво, чтобы было вкусно. Проверить свои кулинарные способности, да и поднабраться опыта, Оля и Диана приехали в Пермский институт Российского экономического университета имени Плеханова. Здесь в рамках благотворительного фестиваля «Артатуй» организована площадка для кулинарных состязаний детей из детских домов. Присоединилась к ней Пермская ассоциация кулинаров. Это, наверное, дает уверенность в себе, приобретение каких-то навыков, которые, безусловно, пригодятся в этой жизни. Тем более, ну, девочкам и мальчикам, которые, значит, научатся готовить, они более уверенно будут себя чувствовать в жизни, а может быть и выберут эту профессию. Все рецепты ребята отработали заранее, на мастер-классах с профессионалами. Всего же в конкурсе приняли участие 8 команд из разных уголков Прикамья. Во время состязания детей поддерживали наставники, студенты института. Фестиваль, он нужен для детей, во-первых, да, чтобы определить какую-то свою профессию, во-вторых, он нужен для будущего нашей кулинарии. Кулинарный фестиваль «Рататуй» – проект федеральный. В Перми в таком формате он проводится впервые, но, по словам организаторов, должен стать доброй традицией. Станислав Уланов, Наталья Попова, Андрей Соловьев. Телекомпания «Ветта».